А, то есть она его сама развивает? Не знаю. Итак, может и было что-то, я не знаю, я не заметил. А, итак, всем привет. Мы находимся на Исаакиевской площади, где сейчас ОМОН выражает вендить митингующих. И, собственно, сейчас я прохожу ситуацию поближе. Вот, вы видите, что сейчас задержано около 3 человек, прямо тоже их не могут посадить в тузаки, потому что мы их блокируем. Площадь практически полностью заполнена ОМОНовцами и митингующими. К сожалению, в 7 часов вся эта красота прекратится и начнется более серьезное обсуждение, которое я также буду транслировать. Ну а пока что, собственно, наблюдаем за развитием ситуации. Вот сейчас еще один автозак выехал с площади. На самом деле они просто все улицы вокруг Исаакиевской сейчас зачищены от автомашин. Ну и, соответственно, получается так, что автозаки выезжают и просто разворачиваются на соседних улицах и приезжают сюда. Нет, ну так, если говорить о городской герилле, Москва, видимо, тоже была неплохо приспособлена, в том же 1905, например. Сейчас-то да. А вот теперь посмотри на наши замечательные улицы. Вот это вот я и вижу, представь, да, себе, что здесь творилось 5 марта. Самое крутое, это то, что здесь творилось в декабре 4 по 10 в гостиную двора. А там что? Прибежал на гостинку, помитинговал, ушел в одну из узких улочек, ОМОН за тобой не побежал, вернулся обратно с другой улочки. Правда, 5 марта, увы, коктейль был всего один. Что? Так, все, мой ход. Не. Ходов не ограничено. Здрасте. Вот, прямо вот сюда, да? Слушай, ты ноги-то спусти. Закончится. Ну что? А, ментов-то нет пока. А где? Да, у нас пятый день менты уже не пахнут. Я знаю, но это смешно. Мы во времени не были ограничены. Ну, знаете. Она была в голове. Они руль вручную его в машину толкают. Твою дивизию. Где? Они тащили, на себя машину тащил мент. Мент сейчас? Ага. Погоди, то есть я не помню, они что, тоже вот играют сейчас, да? Почему менты не едят соленые огурцы, да? Потому что... Блин, искусство воплощается в реальность, вы это видите? Ты сейчас видел, что сейчас только происходит? Смотри. Что? Менты толкают машину. А? В принципе, да. Это, по-моему, это не то. Мне напоминает реально как один из моментов оттуда. Да. Прекрасно. Товарищ милиционер, возможно, автозайк толкает. Я большая, неповоротливая махина, бра. Автозаки начинают скандировать. Тем временем новости из параллельной вселенной. Вот, то есть что, в принципе... Ты же походил. Нет, это я походил. Я поправил автозак. Так. Поправляю автозак. Взялся за автозак, ходи. Так. Подергал дверцу автозака, задержан. Мне не хватает еще пары-тройки митингующих. И тогда мы вас вообще рвали. Вот так. А ты можешь меня сбегать этой хренью? Нет, не могу. Потому что я занял все 8 клеток. Этот блокирует... стример блокирует 2 автозака сразу. Он крут. Реально, сейчас блокирую 2 автозака. Ну один специально, просто пока выехал, чтобы место занять. Хотя да, вот видно, площадь приехал большой автозак, что меня не раздавил, но вроде как его более-менее заблокировался. Дело в том, что он разгоняться на тех улицах особо не получается, там ей там проехать бы просто, они довольно узкие. Действительно, особенно для таких здоровенных автозаков, как вот это вот на 8 мест.
Вот. А в это время на соседней площади. В это время, кстати, вот я еще тут переместился на Дворцовую. Они все еще выдвигаются. Городские ОМОН справляют выдвигаться. Здесь довольно большая цепь, собственно, и... И они заблокировали свой же автозак от митингующих. Они как раз таки не дают прорваться к автозакам, которые, в принципе, все равно пустые, но... Вот, так или иначе, здесь довольно-таки патовая ситуация, вот на соседней площади, по-моему, Дворцовая, так. А вот там, в принципе, так, а же третий партий мне тут еще показал. Еще один автозак уехал. Да, сейчас вот уехал опять. Автозаки бегут. Угу. Мы вас двигаем. Так. Так. Гружусь. Грузись. Ты блокируй чё? Или нет? А смысл? Ну не знаю. Ты блокируешь ОМОНа в автозаке. А он все равно. Он-то все равно смысл. А, из любой точки, да? Угу. Вот, соответственно, сейчас я не знаю, что там делают, а. Стример взят. Да, блин, опять свинтили видео стримера, вон он, видите, между двумя ОМОНовцами находится. Завинтил. Извиняюсь. Вот да. Как раз таки, насколько я понимаю, непосредственно сейчас задержанных всего три человека, ага. Вот здесь вот. Играюсь тут. Первый, второй и третий задержанный, ну и, к сожалению, вот сейчас... Ага, да. Да не, мы сейчас играем, мы до 7 часов играть будем. Окей, понял. Я на самом деле четверо замеченных, я не учитываю еще вот эту вот гусыню. Да, я там был. То есть в целом 4 человека, как минимум. Окей, и 2 автозака, которые если более-менее блокируют, поэтому они не могут двигаться. Ага. Вот. Так. Значит, короче, знаешь, мою рулевую душеньке это дико не нравится, потому что это происходит, поэтому это будет вот так. Как скажешь? Нет, я здесь, здесь. Окей. Чисто с рулевой точки зрения, мне лучше находиться здесь. Хорошо. Так. Отлично. Ходи. Я могу сделать движение всеми тремя одновременно? Так, если никого не толкаешь, то нет. А ОМОНовцы у вас толкали, кажется, друг друга? А теперь уже не толкают. Мы взяли кого надо и отходим. В принципе, вы имеете право, то есть трое митингующих имеют право толкнуть одного? Только друг друга. Могут? Если трое митингующих имеют право толкнуть ОМОНовцы, то... А ОМОНовцы у тебя имеют право толкать... Просто имеют право толкать, если я правильно помню, своих? И своих могут, да, но митингующих наши нет. Тоже. Тогда да, я... трое митингующих. Все трое друг друга толкают нормально. То есть... Да, они друг друга толкнули. Так нет, стоп, ОМОНовцы друг друга толкали, но, блин, они при этом сталкивали митингующего, а вы никого не сталкиваете. А, понял, все. Мы, а вот так вот мы двигаемся, мы просто все композицию свинщины сдвигаем. А, ладно. То есть толкаться можно только если есть противник. От зараза, правильный ход сделал. Что сделал? Правильный ход сделал, зараза. Еще раз, что куда? Настя Зиновкина заблокировала автозак. Ага.
Вот, сейчас, в принципе, вот видите, как раз таки рядом со мной Настя Зиновкина открывает автозак. В принципе, это не то, что было сильно нужно, потому что она все равно... Ну, ей лично автозак. Так, ну, короче, да, может... большой автозак снова покидает площадь. Да, действительно, в принципе, вот видите, если вот я вот так внимательно покажу, то будет понятно, что действительно большой автозак уже уехал. Сейчас опять вот этот вот автозак, он единственный, который остается здесь просто. Это, наверняка, по-моему, я так понимаю, что это не хороший жизни, он просто, его просто в риске не упускают отсюда. Он довольно маленький, соответственно, его довольно часто блокируют. Вот. Это, в общем-то, ситуация довольно патовая, уже несколько человек действительно задержано, но, во-первых, довольно большая толпа, вы видите, собралась вот здесь, вот, неподалеку от автозака, то есть здесь как минимум 5 человек, включая меня, которые не задержаны, ну и, собственно, вот там вот тоже, вот, если посмотреть на сторону Зака, там тоже будет видно, ходим? Что да? Еще пара человек не задержана, в том числе Лика. Хотя она сейчас относительно заблокирована. Вот сейчас вот людей тащат в угол площади, на самом деле не знаю почему. В принципе, они дотащили бы уже до ОВД, но вроде как ОВД сейчас как раз таки сами по себе довольно-таки неплохо оккупированы, которые уже там уже задержаны здесь. Вот, так эти как-то отпустили. Отпускаем. Так вот, суть в том, что все ОВД сейчас довольно неплохо оккупированы, и поэтому туда может приехать только автозак. Поэтому, по большому счету, людей не уводят с площади, а просто ждут прибытия автозаков. Вот, сейчас, кстати, вот я не удивлюсь, если повинтит, в принципе, всех, кто сейчас находится там, только я не знаю как, там не так много ОМОНовцев, их там больше часть, в принципе, осталось, но вот эти вот сейчас прижаты к домам, соответственно, их практически невозможно. Вот, собственно, ладно, для тех, кто еще так что подключился, напомню правила. Суть в том, что, насколько я помню, двое ОМОНовцев винтят митингующего, четверо митингующих блокируют ОМОНовца. Им винтят, они могут его двигать. Да, и могут его двигать. И, соответственно, целится ОМОН по критике митингующих. Так, а цель митингующих? Не завинтиться, выжить. Погоди, а как проигрывает ОМОН? ОМОН? Это ОМОН проигрывает в случае, если случается такая ситуация, когда в принципе невозможно никого завинтить, или все ОМОНовцы завинчены, или все автозаки блокированы. Ага. Так, ладно, вот сейчас вот, в принципе... Вот это очень длинная композиция пошла. Так, сейчас вся эта вот группа, видите, вот там вот за автозаком вот вся эта... Да, еще вот этот вот. Который а что нет, сделал? А хотя нет, да, он не может, он не член композиции. Вот, собственно, сейчас тут видите довольно большую группу людей ведут, по-моему, в другой угол площади. В общем-то, наверное, если туда приедет автозак, они получат устроить конвейер, потому что там есть еще один чувак, который вряд ли это даст это сделать.
Вот сейчас на самом деле мне нравится то, что больше здесь ОМОН передвинулась в ту сторону, ну и соответственно... Куда Дит убежала? Как у вас тут? Хорошо. Подкрепление нужно высылать? У тебя есть? Нету. Бегли тогда спрашивают. Так, а в это время на той стороне... В это время на соседней площади не совсем... Ой! Ага. Нет, не я. Что, так. Совсем жить? Нет, самое, за кого поиграть? Ситуация на самом деле чуть хуже, чем была, которая заключается в том, что в принципе один человек завинчен, а один сейчас вытащили из цепи, ну и я не знаю, что сделать на самом деле. Все равно придется прерваться, потому что... А будет смысл, который подрежешь в длинные... А я-то губка на этой доске, да? Какая? Уже 7. Вот, к сожалению, в эту игру сегодня доиграть не получится, похоже, потому что в 7 часов будет довольно важное мероприятие здесь, на Исаакиевской. Чей ход-то? Ход мой. Сейчас случится пиздец. Поимели, ОМОН. Почему поимели? Еще нормально. Ладно. Еще ладно. Мы еще... Если маленький автозак будет в форму, то это будет очень плохо. Так, а собственно, дает ли интересный переворачивание автозак автоматический проигрыш со стороны ОМОНа? Хорошо, хоть я среди тех, кто переворачивает автозак. Я, в принципе, тоже переворачиваю автозак. Вот, так понимаю, я понял, зачем здесь группируется эта толпа митингующих. По-моему, мы собираемся именно что переворачивать автозак. И, видимо... У нас это должно получиться, если его не разблокируют. Его не разблокируют, переворачивайте. Детка. Следующим ходом, да? А как? Хоть кого-то завинтили. Пойдем? Не-не-не, завинтили это много кого. Автозак переворачивается. Да ну. Аллилуйя. Да ну. Так, в Питере перевернули автозак, шок видео. А я среди митингующих, которые переворачивают автозак, вон моя фигура. Кор! Кор! Сейчас придет, она дальний прощает. Сейчас. Мне кажется, автозак сейчас переворачивает, встану. Все-таки падает на соседний. Нет. Автозак, когда переворачивает, он падает на бок. Вообще-то. Это сложно, а хорошо толкнуть. Нужно еще 6 ОМОНовцев, чтобы его поднять обратно. Нет. Никаких 6 ОМОНовцев, все. Никуда. Сколько все, автозак это... до конца игры переберем. Это автоматически. Это баррикада, выигрыш. Это выигрыш был. Нет, а я могу... Вот как ты это вот... А теперь смотри, объясняю, может... представь себе, после этого, например, я привожу какой-то автозак, да? А, может, у него 8 рейсов, да, у вас не потом приезжаю заново. Вот у тебя автоматически появилось право делать несколько рейсов? Так нет, стоп. У тебя его не было никогда, у тебя... Я могу спокойно увозить автозак, привозить снова. Нет, по-моему. Не, а что я делал всю игру? Я увожу автозак. С площади привожу. Из митингующих ты его увозил. А если все 8 митингующих... Там самому навсегда. Смотри, если тут хоть один митингующий, автозак не может уехать никуда. Если все 8, он может уезжать. Он уезжает. Митингующие, хап, и все. Что это такое? Это игра... Это Питер! Это Питер, детка. Здесь переворачивают автозаки. Ко, ко! Мне честь представить вам самого крутого журналиста России. О, господи. А ныне Израиля. Он пошутил. Леди Ошибку. Нет, снова России. Она была журналистом во всех тех изданиях, в которых можно было писать правду. Последним из них был журнал про животных. Кор, а я тебе могу представить человека, который перевернул автозак. И я был одним из тех, кто его сделал. Я тоже. Браво.
Я хотел это сделать, но не успел. Погоди, а что бывает при поражении? Это является автоматическим проигрышем стороны ОМОНа? Нет, все, они без машины, это дополнительные препятствия. Скажи мне, его сдвинуть нельзя. Я ведь, если у меня здесь 8 митингующих, я их могу увезти, а потом привезти автозак снова? Можешь, да, можешь. Это несколько рейсов просто. Вот можешь. Вот, а то мне сразу говорят, у тебя появилось автоматическое право делать несколько рейсов, но мне всегда было. Погоди. Бензин в России дешевый. Да. Для ОМОНа. Вижу. Он сегодня получил сигнал, тащил. Так. А что вы тут делаете, скажите? Игра разгон. Я разгоняю митинг. Вот, правда. Я переворачиваю автозаки, смеюсь над ОМОНом и выкрикиваю свои конституционные права. Жулики и воры! 5 минут на сборы! Нет, это надо как-то тихо, чтобы менты там не слышали. Блин, надо было матюгальник все-таки с собой взять. Ты в одиночку из матюгальника кричал. Вот, в общем... О, еще народ подогнал. Весь день примерно выступают. То есть... Че, мод сдался, да? Не знаю, я... Есть, конечно. Потому что есть. Ошибки, ты посмотри, сколько их вообще. Стойте. Конечно. Они музыкальные. Что значит, где их взяли? Вы сказать надо. Я их специально изымал из магазинов. Что нажимать надо? Что нажимать? Посещал. Ребята, там что-то натюгальный кругает. Ооо, слушай, а что так поздно-то? Сирены. Хватайте. Не, я имею в виду, что... Снимаешь, нет, сирены? Сирены всякие. Я, блин, объявлял, я приходил сюда в среду со спикерами. А, говорю, ребята, на сайте есть спикеры, хватайте. Нет, только узнал, как работает. Что еще, говорит? Вступите дорогу. Я от Пономарева, нет, Пономарева. Потом нажимать. А что, они похожи настоящие, да? Смотри, этот танк то ли Абрамс, то ли Леопард с российскими цветами. И надписью Т-90. Надписью Т-90 китайского производства. А автозак что-нибудь тоже китайского? А автозаки, видимо, отечественные. Нет, а Made in China? Нет, вот этот Made in China, а вот те, видимо, отечественные. Подожди, он изначально был автозаком? Нет, да, он изначально был автозаком, они продаются. И это еще не самое похабное, что продает эта фирма. Без доработки, да? Да, он вообще без доработки. Они действительно без доработки. Но вот там у меня в вещах лежит вертолет Apache. Китайской сборки. А американский вертолет Apache с надписью «Милиция». Раскраской синяя, самая, в белый цвет с синей полосой. Российским флагом. Курсовым пулеметом, двумя вращающимися пулеметами и 8 ракетами. Перевернутый автозак встать митингующие могут? Нет. Нет. Ладно, могут. А ОМОНов? Тогда роль его! Могут, зато потратив ход, точно так же, да. Погоди, тогда его роль. Его не могут сдвинуть. Он препятствие для других машин. И для ОМОНовцев, это баррикада. То есть, митингующие могут по нему лезть, да? ОМОНовцы нет, ОМОНовцы, да? Тоже могут залезть наверх. А в чем роль автозака тогда? Он как баррикад не работает. Другие машины не могут заехать на поле. И через него идем нельзя толкать? Да, конечно. Тогда понял. То есть, влезать в него можно, толкать нельзя? Да. Влезать можно, а толкать невозможно, они катятся. То есть, через него пойдем, нельзя толкать? А если кто на этом автозаке и не толкает в эту сторону? Ко! У меня тут ситуация такая непонятная. Блин, зараза. Да ладно тебе. Ну, как скажешь, в принципе. Нет, чего. Одного ты освободил, двое завинчены. И они уже не толкаются. Только если обратно. Да? Ребят, насчет поездки на Гружинский, я не единственный стример на всю Россию, блин. Я не виноват, что там кто-то не сумел организовать трансляцию из самарцев, так что... Пиздец тебе! Все, приехал автозак, сейчас сейчас нужно грузить народа, это очень, на самом деле, печально. Вот. Нет, ты не сможешь его погрузить, мы цепляемся двоих. Друг за друга. Двоих.
вот этого, потом вот этого. Не, этот они же держат друг друга. Этот это не держит, поскольку он завинчен сам. Да, этого только держит. А потом его перекидывают сюда, и все, это конвейер. Причем его отсюда можно перекинуть прямо туда, если бы этот не держал. А так мы его передвинем сюда и все. А они, не право раз... они не имеют же права передавать. Этого, нет, это нет, этого. Нет. Этот того не держит, он задержан, у него руки свинчены. Что он сделать может, блин? Он ни хрена другое не... дело, что винтажка может двигаться только как единое целое. Нельзя передать, видимо, из одной винтажки в другую. Если конвейер, то можно. Здесь можно? Автозак, здесь эти. Можно? Кор мне говорил про конвейер, вот он сейчас вернется, вам объяснит, что такое конвейер. То есть можно передавать из одной винтажки в другую? Да, но при этом этот цепляется за этого, поэтому я сначала его туда перекидываю. Это у меня займет 3 хода, так бы за него 2. Да, ну то есть двое конвейера будут завинчены? Да. Ну как тут? Отошел, да? Угу. Глупец. Я за 2 хода их завинчу. Как ты это сделал-то? Как ты это сделал? Что? То есть ты как-то за один ход сделал? Мы их перекидываем. А, конвейер работает так, что может двигать больше одной фигурки, если он так действует. Все. Второй посел. Так, сейчас. Его нельзя сдвинуть, он служит баррикадой для авто. Через него нельзя толкать, через него не ездят автозаки. Угу. То есть можно сказать баррикадой для протестующих, да? Ну лазить на него можно, и ОМОНовцам протестующим. Все? Понял? Нет. Все, больше вон. Я пришла. Да, ты же снимал там, ну что там было? Ну что, вначале свинтили 2 человек одного провокатора в парке, потом свинтили из 5 пикетчиков 3 у Смольного, просвинтили девушку, которая давала интервью. Этим, в принципе, и закончилось. Двоих завинтили. Двоих завинтили в Полюторском парке, у Смольного потом еще развинтили 3 из 5 пикетчиков. А, понятно. Они сменялись. Какой народ, да. Там... Пойдем. Ну, так, а что, умудряетесь вот играть еще? Да, и шо как. Да. Очень, это самое, очень азартная получается штука. Да, сейчас пойдем, еще будет прямой трансляции. Пойдем, куда? Пойдем. Да, я пытался комментировать, как... Привет всем. Я, кстати, для осени тренируюсь. Головное дело, будет ли заменено головное дело, я не знаю, но вот... на самом деле сейчас ничего себе в автозайке, но тут, наверное, действительно, вот, судя по тому, что... Если я поставлю своего оператора... Судя по тому, что тут творилось... Да, я открою автоматический автозак? Нет. Он у тебя завинчен, куда ты его поставишь? Ну, а если бы я его поставил? Нет. А нет. Вот они. Для того, чтобы этот автозак заблокировать, нужно двое, как я понимаю. Нет, то есть четверо? Автозак или нет? То есть четверо, да? Хорошо, как раз то, о чем я сказал. То есть нужно четверо, да? Чего тут нужно двое, видишь, здесь край клетки, поэтому двоих достаточно. Погоди, то если овцак прижат, то он блокировать с одной стороны, да? Mm-hmm. Окей. Час назад,
Вот сейчас как раз двое человек находятся вон в том большом автозаке. В принципе, вы его видите, он возвышается над толпой. На самом деле, первый раз вижу такой здоровый автозак. Вот сейчас, кстати, вот началось реально здесь месило, вот толкотня, вот меня чуть не сбили с ног пару раз, вот, блин, ребят, нет, это реально жесть, просто смотрите. Вот. Толкотня туда-сюда не выгодна тебе, потому что твоя задача нас задержать, а наша задача митинговать. А я все. Да, в принципе, снимать. Мы держимся на всяких. Да, в принципе, уже довольно долго держимся здесь на Исаакиевской. У нас есть несколько человек, которые, в принципе, просто сейчас вот митингуют. Да, еще один ОМОН из Зарез, как раз сейчас автозак к нашим двоим. Обходим? Вот, короче, сейчас у нас опять завинтили второго стримера, и уже, по-моему, третий раз за сегодняшний день. И его, наверное, сейчас все-таки дотащат до автозака, потому что там вот большая толпа ОМОНов как раз-таки собралась вокруг автозака. Не, и вот... никого не завинтили, ты че? Но он же завинчен. Он завинчен, да. А, да, точно, завинчен. Сейчас ребята, которые перевернули один автозак, тихонько подбираются к другому. Да, 12 человек надо. У нас не хватит народу, на самом деле. Ну, тут места не хватит, чтобы его столкнуть на самом деле. Да, в общем, он так хорошо стоит, что... А его, в принципе, по-моему, невозможно перевернуть нигде. А нет, здесь вот, если он встанет. А, здесь 12 человек? Если он встанет здесь, то его теоретически можно будет перевернуть. Mm-hmm. Если сейчас выйти с него митингующий. Не говорю, что у тебя, по-моему, 11 митингующих. По-моему, тебе митингующих не хватает его переворачивать. Так. Не-не-не, хватит, 15 человек, на него нужно 12. А, окей. Вот, на самом деле, все это происходит так долго просто потому, что сейчас действительно в Питере очень мало сил ОМОНов, как вы знаете, большая часть сейчас... Ну, Настеньку завинтили заодно. Вот, кстати, да, сейчас вот завинчена Настя и... Ну, отпустили стримера, да? Здесь все офигурены. Да? Все офигурены. Ты всех офигуриваешь еще по ходу дела? Еду, а все опаздывают, поэтому я всех сейчас офигуриваю. А куда опаздывают? К 7 из борта? Да, к 7 из борта, уже 7. Я сегодня обещала. Да ладно. Здравствуйте, Катерина. Что, серьезно? Я сбежала, вот у меня... А пока продолжайте играть, все нормально. У меня час перерыв в работе, я вот очень там сбежала. Здорово. Вот тут. Здорово. Здорово. Отлично. Стримера снова завинтили. Вот сейчас вот там постоянно людей то винтит, то вынуждены отпускают, вот в той стороне, видите, вот так, как раз таки я сейчас их снимаю, вот, это вот я в красном их снимаю. Теперь мы делаем вот так, мы уходим. Вот, сейчас ОМОН уже какие-то там совершенно не понятные силы движения, вот эту вот цепь, основная часть митингующих, видите, столпилась вокруг автозака, но... Вот эти двое, да. Да, толкнули сейчас, кстати, вот одного ОМОНовца вместе с нашим стримером. Вот. Чем? Тремя там. А.
Вот, хотя они... Блин, ты так орёшь, а чем? Как будто бы я тут искренне шулерствую, жульничаю. Да не, я просто не понимаю. Я, конечно, понимаю, что я за ментов играю. Это я не понимаю игру, успокойся. Это я просто игру не понимаю. Вот, на самом деле, сейчас, да, действительно, вот нас вместе, блин, толкнули, я чуть не налетел на того ОМОНовца. Вот. Так, получается, сейчас никто даже и не задержит. Формально нет. Зарика все еще стоит в углу. Покать, по-моему, она нас координирует, кстати, если не ошибаюсь. Она, если не знаю, кто есть координатор, я координацию. Яна Исаакиевская, вы где? Ох, как нам помогает этот перевернутый. На самом деле, да. Автобус. Не, ну вообще круто. Чем помогает? Тем, что рядом с ним очень сложно нас толкать и брать. Я в сквере, напротив Исаки. А еще здесь появилась большая давка, и ОМОН не может разобраться между собой, кто что делает. Ну, сейчас вот ОМОН либо выстроил цепь перед тем, как туда, как его к нему прижат, на самом деле сложно понять. Ага. О, какой чувак сейчас залез на автозак. Привет. Вик, расскажите нам, что вы делаете на этой площади? Мы отстаиваем права человека. А мне нравится. Нету. Тебя завинтили, кстати. Да, кстати, блин, я сегодня того, какой-то, ребят, поздравляйте, первый винтёж Питера. Вот. Нет зажигалки. Ёшкин кот, только не надо звонить меня в перевернутый автозак, может быть, не переживу. Тебе я смогу спасти, кто знает. Ты меня пытаешься завести в перевернутый автозак, что ли? Нету больше. А, ну пока что. Пока что. Пока что, да. Вот самое интересное, что не знаю, куда меня ведут, но, по-моему, там уже был еще один автозак, и меня это сильно беспокоит. Так, фух. Блин, спасибо, ребята. Так, ага. Так, зараза. Все-таки меня сейчас... Вот видите, сейчас толкнули вон того вот ОМОНовца, и, соответственно, вот четверо митингующих вот. И, соответственно, я оказался на свободе. Снова завинтили Настю. Да, кстати, опять завинчена Настя Зиновкина, даже топор не помогает. Этот автозак на 6 клеток, да? Кто-то какой? Оставшийся. Вот этот? На 4. Это на 4? Да. Так. Где у нас тут? В атаку. Два отчаянных ОМОНовца. Атака отчаянных. Так, дальше автозак нам помогает. Мы сдвигаем вот это дело. Автозак вам помогает? Автозак нам помогает, он как баррикада, вы здесь не пройдете. Который вот этот? Да. Действительно, он действительно не дают обойти цепь, потому что действительно роль половины цепи выполняет автозак, сами видите. Соответственно, им нужно, не нужно выстраивать цепь на всю площадь, нужно просто выстроить цепь между автозаком, ну и, собственно, завинченной Зиновкиной. Так что, в принципе, плюс у меня их даже остается еще один в резерве. Вот, и, собственно, сейчас вот эти вот двое на этой стороне площади, они, конечно, вроде как оттеснены, но меня не сильно беспокоит, потому что при желании кого-нибудь могут завинтить, и тяжелая ситуация на доске, на самом деле, на площади, простите. А в это время на той площади... А, там уже ничего нет. Там уж... Так, вы будете смеяться, но на соседней площади уже, кажется, ничего не происходит.
Да. А куда Дид делась? Она ушла на Садовую. Понятно. Уверен, что на Садовую, а не на Горьковскую? Она сказала на Садовую. К сожалению, нам пока не удается освободить двух пассажиров. Кстати, вы, ребят, слышали про наше вчерашнее сотворение? Ночное. Вчерашнее? Ага. Что это было вчера? Точнее, этой ночью повесили баннер на 8 число. А, ну прям да. Перед Смольным. Когда развернут? Это дело? Ваш покойный слуга. Когда развернут-то? Все. Или он уже повисел? Он уже развернут и висит, и... Все еще висит? Все еще висит, да, по крайней мере, по состоянию на 8 утра еще висел. Черт его знает, как сейчас. Ну, там его не виделось, на случай. Может, я просто плохо смотрел. А? Может, просто плохо смотрел. Ну, фотки есть, короче. Ну да, меня очень порадовало, блин, от того, что в час дня мы не смогли его повесить. У нас это, мы его в спешке сворачивали, чтобы менты нас с ним не завинтили. В результате мы взяли вместо того, чтобы... Ты что-то трансляция идет? Да ничего, мы взяли гвоздями его прибить. А-а-а, землю суровую. Просто влом было отмывать, вот и все. А? Влом было отрывать. Нет, а мы гвозди привязывали, веревками привязывали к гвоздям и вбивали. Да, мы питерские все такие. Это Питер, детка, блин. Вот, сейчас, похоже, вот действительно я не зря опасался на тех двух ОМОНовцев. Сейчас они, скорее всего, действительно будут винтить уже с этой стороны. Вдвоем против такой толпы. Что-то мне сомнительно. Кажется, единственное, что остается, им прикадали винтить, они будут винтить. Вот что они свинтят, а сюда здесь проедет все-таки этот чертов второй автозак. Задержан Ростислав Владимирский. Ой. Вот. Не заметил. Женщин. Себя сам. Да, вот видите, прямо со мной. Вот, кстати, вот я вот все-таки удачное место выбрал, на самом деле, потому что прямо со мной свинти Ростислава сейчас. Вот, Настя, кстати, вот там, вот видите, задержан, там задержанная Настя, вот тоже. Вот она задержана. Ой, двое из так упали, да? Попытка побега. Неудачная. Да. Не, я еще не входил. Как еще не входил? Вот, на самом деле сейчас вот эта вот цепь ОМОНа, вы видите, она практически заблокирована людьми, которые подходят с той стороны, но прорваться к автозаку пока не удается, если бы получить. Да и автозак-то здесь негде. Нету здесь автозака. У меня просто карта в игре не 10, здесь есть, по-моему, правилам журналистов, но они как-то по-другому работают. Нет, нет, они все одинаковые. Подожди. Просто иногда ради смеха ставят журналистов. А в чем их суть? В чем их игровая? Ну, блин, ну, должны быть журналисты на митинге. Журналистов тоже винтят. Так. Ну, действуют они просто так, да? То есть, ну, вообще-то нужны какие-то... Кора нужно спросить. Вообще нужны какие-то особые правила для журналистов. Хрен тебе не особые правила для журналистов. Завинчим так, как будешь завинчим, так как и все. Нет, например, он не принимает участие в событиях, но его нельзя свинтить. То есть, ну как он перемещается, это вопрос, на самом деле. Он просто задерживает ОМОНовцев на один ход, когда они пытаются сын, другой журналист когда стреляет. Нет, в принципе, действительно такая особая фигура, действительно может... Скором, все к кору, я правила менять не буду. И, ну, в принципе, вот правила журналистов, в принципе, понятны были бы. Все равно куча идей, куча новых правил можно придумать, все равно это не будет. Только усложнит, короче. Как бы да. Это в смысле. Надо, чтобы все смогли сыграть. Только это прикол журналистов. Да, журналистам добавкой можно вводить, можно не вводить. Ну, суть в том, что либо его не дать свинтить, либо он просто выходит за автозака на второй следующий ход. И так тут ОМОНовцы тут еле-еле двух завинтили в автозак.
А. Если я тебя подвину так, ты сможешь двигать вот эту конструкцию вот этими тремя? Зараза. Которые разъединены. По-моему, нет. Сыкурана. Задержан. Привет. А ты бросил его уже, да? Голос спорт. В смысле? Так, да, мне на самом деле лучше отойти сейчас, да, потому что там... Меня-то ты что-то этим не пилишь. Тоже довольно серьезная движуха, а в принципе сейчас этот автозак питерский стример неплохо так все снимает, вот он. Вот он из автозака, я сейчас лучше отойду действительно вот сюда, вот, потому что здесь движно, в принципе, надо как-то помочь, потому что чувака, видите, Ростислава Владимирского как раз-таки из-за питерского сценариста, его тоже свинтили, поэтому мне нужен там какую-то определенную помощь оказать, наверное. Блин, я вообще в этом кругу никого не знаю. Конечно. Сложно. Тем более летом, на где же летом? Ну вот, а это что, на... По-моему, ОМОН уже отчаялся. На самом деле, он не знает, что делать. Конечно, это ну как... Давай второй автозак, мы его тоже перевернем. Короче, дайте, переворачивайте все нахрен и по домам. Пришел лесник и разогнал всех нахер, как в анекдоте. Ты фактически сдаешься? Фактически сдаешься? Фактически нет. Я никогда не сдаюсь. Это моя очень мерзкая черта. Но он просто боится вводить второй автозак. Нет, третий. Я не боюсь его вводить, я его введу тогда, когда это будет целесообразно. Мы до сих пор не знаем, где сейчас находится третий автозак. В принципе, ситуация сейчас такова, что один из автозаков перевернут, а два... Во втором большом автозаке сейчас находятся двое наших товарищей. Ну и, соответственно, все, что могу сказать, это подъезжайте прямо сейчас на Исаакиевскую, вы здесь реально очень нужны, потому что, в принципе, еще немножко подержаться, что площадь будет наша, а дальше будет видно. И дальше уже нужно захватывать почту, телеграф и твиттер. Откуда? Ой, по-моему, Спас. Кажется, Спас. Вообще-то на Исаакиевский ЗАГС недалеко. Ну, это да. Наш парламент. Я в курсе. Кстати, вы знаете, почему Исаакиевская очень крута? Потому что вот это Санкт-Петербургская законодательная парламент. Я там один был с ним. Вот он. Один был, просто раз то есть нас реально оттуда видно. Скоро уходим. Слабо сесть так же? Это... Нет, короче, если бы Манежка была с другой стороны Государственной Думы, то это было примерно вот это. Не со стороны красной, а наоборот, подождите, если там была манежка, то вот, примерно такой эффект. Ну, а они, видимо, там вообще говорили. Три часа прошло, три часа прошло. По спискам? Есть они? Чё? Где еще? Да. Пару слов там. Ну, вердат. Он сказал, что в следующий раз еще будет занятие, а потом ему нужно как бы две недели перерыв сделать. Вот, если Ростислава тащит мимо меня, но в принципе, другое дело, что если мы тут соберемся... И он обещает, что будет... Ну нет, это на самом деле сложно, потому что мы все тут не переоденемся, ОМОНы просто двигаются быстрее, и, соответственно, вот эта вот группа, которая снятила Ростислава, мы не сможем, наверное, сейчас разбить, хотя если попробуем... Так. Вот, сейчас, кстати, возьму интервью с координатором Исаакиевской. Здравствуйте, скажите, какие наши... У Исаакиевской нет координатора. Ну, временный координатор. И временного координатора всего. Нет. Погоди, как мы тогда организуемся здесь? Здесь мы быстренько убегаем. У них тут самоорганизация. Ребята, было три человека, которых называли лидерами Исаакиевской площади. Эти люди... Вот этими тремя словами так испортили себе репутацию, что лучше не надо. Это понятно. Соответственно... Никита Сорокин, Курносова Ольга, Николай Бандарик, они сами Андрей Пивоваров. Сам себя так называл только Никита Сорокин. Лидером себя называл. Он в письме, написанном Ликой к нему с просьбой это опровергнуть, он даже не отрицал. Так что все понятно. Соответственно, а как у нас получается...
Бастрыкиным? Слушай, кто у нас? Нет, спикер просто... ассамблеи, скажи, пожалуйста. Я знаю, что если что на площади проходит параллельно ассамблеи, а что было решено? Смысл в том, что... Мы вышли на площадь отстаивать свои права, и мы не уйдем, пока не уйдут они. А что мы сейчас будем делать? Вот конкретно сейчас ситуация, вижу, довольно жесткая. Ну, в наших планах перевернуть последний автозак, находящийся на площади, освободить двух своих товарищей. А потом мы разоружим ОМОН. Ну, а дальше будет видно, да? Ну что ж, спасибо, мы, собственно, продолжаем. Так, вы не могли бы дать комментарий? Какие, бля? Понятно. Ребят, приходите на нашу сторону, ваше дело гибло. Полиция, я с народом, кончай служить уродом. Да не так, мне больше нравилось, когда 6 мая кричали «срывайте погоны, вставайте к нам в ряды», это было эпично. Правда, у ВВшников не было погон, но ладно. Вообще, у вас еще ВВшники были, это было в Москве? В Москве ВВшники когда стояли. Да, я помню. Кстати, с ними разговаривал, нет? Нет, но я знаю, что это самые несчастные там ребята были. Это нет, стоят пареньки, я третий месяц в армии, я первый месяц в армии, мне в первый раз в жизни дубиночку дали. Просто очень много народу крайне негативно относится к Курносовой. Смотри, да господи, отказался выполнять приказы, пошел на голову. В чем проблема? Так почти всегда бывает, на самом деле. И вообще, да. она выбила согласование на этот митинг, на самом деле. Ну, она организатор, она имеет право. Декабря одна вообще митинг проголосовала, она не первая. Было очень много народу, которые против, сказали, что она 10 декабря только слила митинг. Неправда. Митинг был очень хороший. Народу было очень много. Может, вы про 25-е говорите? Чё? 25 марта. 25 марта вот тут вот это было? Нет, 25 марта это не то, что здесь было. Это то, что было на Нюшке. Я не знаю, просто все говорят, что 10-го... Я не в курсе, потому что я был в Москве в это время на Болотное. Что когда все собирались идти по Невскому, она согласовала перенос на Тюз. Никто не собирался. Все это... Ну ладно. Идти по Невскому никто не собирался. Я вас знаю. Господи. Что, все так же, как в Москве? Мельничук? Конечно, мы так завистливы. Мельничук, да, Мельничук, а там кто-то кроме него еще. Да много там кого-то. Ершов? Ершов, да, конечно. Вот, ребят, Питер настолько крут, что есть свои Пархоменко. Что? Питер настолько крут, что есть... Питер настолько крут, что есть свои Пархоменко. Ну, я просто был... Часто все ругают примерно за то, что увелись площади революции на Болотную, значит, 10 декабря. Да, там на площади революции все бы затолкались друг друга. Там такая толпа на площади революции ничего не, сможет, не смогла бы сделать. Потому что тут по поводу лидерства, я бы так сказала, что Крыленкова, она молодец в плане... Какого-то явного такого лидера, какого можно было бы найти в других регионах, как в Москве. У нас Курносова лидер, но не настолько явная, как... Но она вообще явный лидер. Вообще-то Курносова с этим делом не выделывается. Она нажимает себе врагов, да, но она явный лидер. Я другого лидера не знаю. Нет, просто тут другого лидера не знаю, и явный лидер это не одно и то же. Она как бы нет, лидер. Я просто другого... Нет, я знаю людей очень многих, которые называют себя лидерами. Нет, ну понятно. Не является. Я согласен, что другого лидера, кроме Курносова, нет. Но просто у нас нет такого явного лидера, кто как в какой-нибудь другой стране. Кто у нас перед митингом? Вы видели Резникова в будущем? Да я больше вообще никого не видел, кроме Курносова. Вот Пивоваров был. Я когда сюда пришел, я кроме Курносова вообще не знал ни одного человека с питерской оппозиции. Да. Есть такая оппозиция у нас, которая ходит по окраине. Вот видите, вот это что-то. Какой? 14 июля. Что бы 14 июля? День взятия Бастилии. Да. В Москве тоже это планировалось, но там это тоже какие-то очень отдельные активисты этим занимаются. Что в Москве планируется? Тут какой-то митинг там должен был быть 14 июля. Надо будет посмотреть в интернете. Или, 19... Или его принесли на 19 августа. Я пойду пешком, кроме голодовки. Здравствуйте. О, здравствуйте. Где-то будет тут какая-то акция белых ночей, помню, что-то было. Не сегодня, завтра все будет. Завтра. Марсово поле 20.00. До этого 19.00 БКЗ, вот встреча, встреча с москвичами. Когда это подходило, мне как раз завтра надо целую ночь прощаться. Сейчас перерыв. ОМОН думает. Он не знает, что ему делать. Нет, разгонный минут. Норвежские шашки переделаны под российские реалии.
Значит, завтра в 20 часов. Разблокирован? 15 УБКЗ, 20 Максово поле. Да, а еще один автотак ехал на площадь, но как раз его разблокировали. Те вот ОМОНов сейчас фактически не могут к нему подойти. Гудков, Пономарев. Вот эти вот. А эти как его? Согласовано, это не согласовано. Как, с 20 до 22, с 20 до 22 согласованы митинг. 19 у нас депутатов было, Гудков, Пономарев. Они проводят, вот, встреча с депутатами, они проводят инспекцию до Максово поля. После этого уже гуляем на этих. О! Все понятно. Сазанов. А где Бондарик, я никак не увижу. Ой, я с ним. Я просто вчера видел тот самый этот. Я с ним позавчера видел. Да мы никак не пересечемся в этот, когда мы шли. В общем, по факту. Завтра пересечемся. Приветствую вас. Здравствуйте. Алексей. Кирилл? Очень приятно. Ну, походу победили митингующие на самом деле. Тут дальше будет туда-сюда двигаться. Вот автозак заблокирован. Да! Ты не в автозаке, ты ее транслируешь. Да, ну где-то на. Причем транслируешь практически из-за ОМОНа. Программа, что мы до утра будем ходить или какие планы? Палатку брать, матрас надувной, чемодан, жратвы какой-то. Автомат заберите. Блины там, чего там. В общем, ребята, я поздравляю всех, и Исакиевская все-таки очищена от ОМОНа, митингующие победили. Ну что же, мы всех здесь ждем. Дальше мы, наверное, двинемся на здание ЗАГС Собрания, которое располагается вот здесь. Сегодня игру прошу прервать. Уже все. Митингу, я тоже пытался митингу.